замечание правильное. Вот я буду идти вечером. Вечером. И в аварийной ситуации для себя собрать. И таким летишь на дорогу. А, конечно. Надо в протокол записать. Торчащий штырь попал в переделку. Областные парламентарии свою ревизию дороги начали с замечаний. Улицу Носкова ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А кусок металла всю работу под угрозу ставит. Какая же тут безопасность, когда лоб разбить можно? Варигели аккуратненько пропустить вот так вот прямо по нему, чтобы сюда не заходили. Сразу несколько предложений на карандаш и к другому объекту. По свежему асфальту на Носкова белый пазик мчится к улице Заггейма. Здесь обороты водитель сбрасывает, верхний слой дороги сняли. Работы в самом разгаре, но уже есть чем похвастаться. При выполнении ремонтных работ мы наконец-то и в Ярославле, раньше не было, а вот в этом году в Ярославле делаем тротуары. Это хорошо. Заглянули депутаты и на улицу Карабулина. Там строители только готовятся начать работу. Время есть. Километр дороги нужно сделать до 10 сентября. Подрядчик обещает справиться. Внимание к нему пристальное. Огромное хочу спасибо сказать ДГХ. Четкое взаимодействие. Много проблемных мест. Конечно, не все, хотелось бы все, но много они уже закрыли. В том числе и по карточному ямочному ремонту. Мы стараемся каждую жалобу учесть, и это вытекает, вот видите, сами в ремонт, в капитальный ремонт дороги. Вторую часть выездного совещания посвятили дорогам Фрунзенского района. На Ньютона нет пешеходных переходов, жалуются люди, а дома растут как грибы. В мэрии ситуацию пообещали исправить, в перспективе и другие задачи. Здесь недалеко находится 18-я школа, два детских сада, это 225 и 227-й. Ну, сейчас департамент городского хозяйства вроде пообещал, что они в этом году рассмотрят возможность сделать частичный ремонт подъезду к подходу к данным учреждениям. Депутаты профильного комитета областной думы пообещали и дальше делать контрольные выезды. В этом году работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» много. Только в Ярославле преобразится 20 улиц, и на многих ремонт уже завершается. Павел Волков, Денис Лосев. День в событиях.